16 января 1724 года на радость всем незамужним девушкам Петр I запретил в России браки по принуждению. 16 января 1866 года некий Эверетт Барни запатентовал металлические роликовые коньки. Они крепились на обычную обувь, а зажим подгонялся при помощи винта. 16 января 1957 года в Лондоне открылся клуб «Пещера», в котором начали выступать тогда еще никому неизвестные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя пару лет к ним присоединился еще один будущий Битл Ринго Стар. Именно поэтому с 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день группы The Beatles. Сегодня из всех колонок и наушников должны звучать Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be или любое другое творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов. А в 1959 году на Горьковском автозаводе была собрана первая партия легковых семиместных автомобилей представительского класса «Чайка» ГАЗ-13. Это был своеобразный подарок отечественных автомобилестроителей, приуроченный к открытию очередного съезда КПСС. «Чайка» призвана была заменить окончательно устаревшие к тому времени «Зилы». 16 января 1963 года впервые пилотом авиалайнера на международной линии стала женщина. Англичанка Иван Поуп управляла самолетом, следовавшим из Лондона в Дюссельдорф. 16 января 1984 года Майкл Джексон получил 8 статуэток Грэмми за свой легендарный альбом «Триллер». Поп-идол становится исполнителем года, его работа – лучшим альбомом года. 16 января 2000 года на московском ипподроме проходят первые в России верблюжьи бега. В скорости состязаются всего 4 скаковых двугорбых верблюда – Фатима, Гюльчатай, Шейла и Исила.